Приветствую вас, Астарх снова с вами. И сегодня мы вновь поговорим со знаками о том, что же беспокоит людей, да, и как им помочь. Был вопрос от клиента, что мешает душе выйти на связь. Давайте посмотрим, что душе мешает выйти на связь. Значит, на уровне физическом проявленном мешает отсутствие радости. Потому что если все было бы во благо, да, и была бы радость в теле, радость в осознании себя, это состояние взаимодействия и общения с душой. То есть в радости все процессы идут замечательно и хорошо, да, в радости душа с нами, в радости. Вот, она с нами, конечно, во многих жизненных ситуациях, но в радости мы ее чувствуем наиболее близко. Именно в правильном понимании радости. Да? Не в обдолбанности, а в радости. Дальше. Значит, на уровне энергетики, на уровне тонких тел, что мешает? Мешает проблема с, видите, как знак, линия души. Линия души, она проходит сквозь, ну, как бы это наша такая сердцевина, она проходит сквозь структуру человека. Так вот, видимо, поврежденная линия души и мешает душе взаимодействовать с человеком именно на уровне энергии. То есть на уровне энергии нет сочетания, соотношения, ощущения цельности с душой. На уровне души, видите, вообще пусто. То есть, что мешает душе на уровне души? Отсутствие души, видите? Нет души. Такое бывает, что у человека нет души. Это сплошь и рядом. На уровне духа, что мешает душе? Межа. Да? То есть, разграничение, разделение. То есть, дух... Дух отдален от души, или душа отдалена от духа. Они разграничены, они разделены. Поэтому душе, возможно, из-за этого тоже сложно подойти и сложно выстраивать общение, потому что они разобщены с духом. Вот такой непростой расклад на непростой вопрос.